Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я много лет занималась спортивными танцами и в дальнейшем много лет преподавала эти танцы. И прекрасно знаю, не понаслышке, что серьезные занятия спортом зачастую составляют определенные сложности в дальнейшем для наших суставов, определенные проблемы. И что я могу сказать? Я 3 недели занимаюсь в центре и на себе ощутила положительное воздействие оздоровительной гимнастики, суставной гимнастики. Ощутила легкость в спине, большую подвижность в тазобедренных суставах, вообще определенный прилив сил, энергии, хорошего настроения. В спортивных танцах, да, в работе, в тренировочной работе, подготовительной работе часто используют и другие танцевальные направления, и классическую хореографию. И я считаю, что суставная дыхательная гимнастика, она также была бы хороша в сочетании с привычными тренировками и дала бы больше бы моментов расслабления, необходимых для танцоров-спортсменов, потому что зачастую перенапряжение, определенные какие-то проблемы тренировочного характера, да, какие-то неправильные мышечные действия вызывают определенную зажатость, которая не позволяет достичь пластики танца, музыкальности танца. Я думаю, что суставная гимнастика была бы хорошим помощником в этом. За 3 недели, что я занимаюсь в этом центре, я для себя увидела, что кунг-фу и вучи – это суставная, дыхательная, оздоровительная гимнастика. Я рада, что попала в этот центр и приглашаю всех вас в центр мастера Юджин Сао для занятий во благо нашего здоровья.